Но когда, опять же, Андрей сказал, что вот такой-то вечер, он отталкивается от твоего высказывания по поводу Ленина и всего-всего, я подумала, о, а я же думаю наоборот. То есть для меня всегда были важны именно сами связи между словами, да, слова, которые сами по себе что-то значат, они сталкиваются друг с другом, они еще сильнее обозначают свое значение. Да, казалось важно показать, что это вообще. Конкретное слово, конкретная вещь, конкретное явление, там, человек, попробовать там влезть в шкуру другого человека, там, не знаю, разных людей, чтобы посмотреть, что получается. То есть дело именно для меня в точности. Я не знаю, что там делает поэзия. Честно говоря, я не могу отвечать за как бы, всю поэзию. Вот. То есть, поэтому я просто говорю о том, что важна для меня точность и как бы значимость для отдельной вещи, ее силу. Вот, все. Я не знаю, что это.